Количество рабочих на объекте увеличилось. Приступили к монтажу витражных конструкций из алюминия. Ведутся работы по утеплению фасада. Идет непрерывная поставка керамогранита для последующей облицовки здания. Сегодня у нас состоялся, можно так сказать, уже традиционный выход на строящуюся школу. Познакомились, еще раз прошли по объекту. Количество людей уже у нас увеличилось до 92. Завезены все витражные системы, которые должны быть полностью смонтированы к 20 декабря. Идет подключение холодного водоснабжения. Как мы видим, что сейчас будут проложены трубы, выведены уже за территорию строящейся школы, и потом уже местный муниципалитет будет готовиться к подключению сетей. Продолжается разводка по этажам внутренних инженерных систем, в частности, система отопления. Завершается устройство наружных сетей водоснабжения и канализации. Внутри уже вовсю ведутся и какие-то даже заканчиваются работы по внутренним инженерным сетям. Отопление практически готово, водоснабжение, канализация, электроснабжение. Все эти работы полным ходом ведутся, какие-то уже даже завершены. И, соответственно, вот стремимся сейчас в этом году закрыть контур до конца, и чтобы могли в зиму уже быть с теплом. По словам Сергея Дорофеева, главная задача сейчас – наращивать темп, по возможности ускорять все текущие процессы. Следующая проверка состоится на этой неделе.